Прямо сейчас я уступаю нашу сцену ведущему детского квеста Кириллу Батарину. Встречайте, Кирюха в очередной раз выходит на нашу сцену. Спасибо, Алексей. Спасибо. Привет, киберзащитники! Ну как, вы живы, целы, справились с квестом? Нормально? Вот вы точно справились еще, прям молодцы. Итак, сегодня вам выпал шанс стать участником грандиозного открытого киберфестиваля Positive Hack Days, который трансформировал Лужники в огромный цифровой город. На 4 дня те, кто не понаслышке, знают все о кибербезопасности. Компания Positive Technologies создали целый мир, город в городе. А вы успешно стали его спасителями и прошли квест. Весь квест прошли, ничего не пропустили? Да, вот вы все еще прям вот такие, класс. Итак, вы показали, что не надо бояться тех, кто скрывается по ту сторону монитора. Кибербез в твоих руках. В твоих руках? Я бы доверил тебе кибербезопасность, доверил бы. Ты такой прям серьезный. Итак, совсем скоро настанет время узнать, какая команда победила в нашем испытании. Как думаете, какая команда победила? Два. Мне кажется, кибербезопасник победил все-таки, нет? Команда номер один. Окей, давайте проверим, какие команды сели на месте. Переверни табличку, мэн. Да, хорошо. Команда номер один здесь! Вторая команда! Есть! И третья команда, где вы? Четвертая! Пятая! Вот это то, что нужно. Шестая. Тоже хорошая команда. Итак, теперь серьезно, собрались. Я готов озвучить название команды, которая стала лучшей по всем показателям. Я приглашаю на эту сцену команду под номером 2. Команда «Алгоритм». Давайте поднимайтесь на сцену, ребята, мы ждем вас. Вы познакомились с профессиональными навыками, отработали способы находить нестандартные решения через работу в команде. Познакомились с профессиями. Благодаря Positive Education мы сегодня вместе влюблялись в кибербез. Вам удалось в локациях кибергорода исследовать инциденты, определить уязвимости, восстановить последовательности и установить первопричины нежелательных событий. А вот это событие очень желательно. Ребят, давайте ближе сюда, ближе. Идите, это сцена для вас. Давайте еще раз наградим овациями победителей кибербеза. Да, Positive Hack Technologies. Самые крутые. Так, что-то я раскричался, не хочешь теперь ты покричать? Нет, правильно, за это не платят тебе, да, ведь мне платят. Хорошо, что было сложное в квесте? Что было, вот тебе показалось самое тяжелое? Березовый лес. Березовый лес? Это там, где с березками надо обниматься? Да. А что тяжелого-то? Там задание запутанное было. Ну вы справились? Да. Ну, конечно, вы справились, они же победили! Алгоритм команда номер 2. Итак, друзья, кстати, подарочный мерч получают не только команда победителей, а все участники киберфестиваля Positive Hack Days. Как у вас, так и у всех участников. У каждой команды есть призы. Ребята, давайте сделаем заключительную особенность такую. Сделаем общую фотографию, окей? Вот там есть человек, он в кепочке, он уже 2 дня на жаре, там стоит, фотографирует. Давайте сначала просто мы так помашем, все нормально. А теперь давайте прям зарядим этого фотографа, покричим. 3, 4, давай! Есть! Слушайте, вы правда самая заряженная команда «Алгоритм». Спасибо вам, отправляю вас обратно. Спасибо. Благодарю команду, вы показали отличную игру, и сегодня именно вы были лучшими. Запомните это чувство, сохраните его, ведь лидерами не рождаются. Лидерами становятся. Вы движетесь в правильном направлении. Кто знает, возможно, именно вы будете в первом строю защитников цифровых городов. Будете героями будущего, что наступает уже сегодня.